вдоль просеки, которую недавно проложили. И мы решили, никто со своей дороги не уходит. Грибы никому не попадались нам. Но мы шли вперед и шли по своей дороге. И вдруг я на своей тропинке недалеко увидела подберезовики. Пару штук. Здесь должны быть грибы. Ну вот это хороший маховичок. А это полукруг. Тут немножко сбили мухоморчики эти. Очень красиво. Некогда грибы собирать. Но я сегодня и мухоморов немножко себе возьму. Для одного дела. Интересно. И все от радости рванули ко мне. И давай они все бегать кругами, еще что-нибудь найти. Ну, кто-то сыроежку нашел. И все. И вот здесь. Ай, красота какая. Катя, тебе мухоморы снимаю. Себе другую красоту сняла. Себе съедобные, а тебе эти полезные. Вот сколько мухоморов красивых. Классная полянка. Все на одном месте. Здесь вот и закончим. Лес. Загадочный. Катя, на тебе три подберезовичка. Вот тебе таких. Вот так вот тебе. Все-таки разнообразие. Катя, вот тебе еще полянка, грибочков. Смотри, сколько. Ты меня просила снять мухоморы. Вот тебе и мух, тебе и подберезовики. Класс. Вот тебе еще мухоморчиков. На этом и закончим. Там. В лесу. Это мой первый гриб. Там. В лесу. Это мой первый гриб, я его в листья закопала возле машины недалеко. И его никто не нашел. Сейчас машин полно, народу очень много. И он уцелел. Вот так вот. Машин, видимо, невидимо. Все, Катя, пока-пока.